Всем привет! Сегодня на канале будет обзор вот такой вот спутниковой ТВ приставки, модель DS701, версия 2. В такой коробке выполнено это от компании МТС. Собственно, покажу вам коробку, что здесь, какая информация. Более 200 цифровых ТВ каналов, 40 в HD качестве, подробная телепрограмма, поддержка кодеков H265, запись эфира присутствует, ТВ-пауза, медиаплеер, родительский контроль. Ну и, собственно, характеристики спутникового сигнала. Спутник АБС, 2, положение 75 градусов. Постепенно. Вот. Давайте, здесь у нас это макулатура, информация, собственно, справочник абонента. Все, чтобы знать, как подключать и как авторизироваться на сайте. Документ абонента, договор об оказании услуг, инструкция. Это что? Это условия гарантии. Инструкция, собственно, по подключению, как подключать. Хорошая достаточно, все объемно нарисовано, даже нарисовано, как крепление F разъема нужно делать. В картинка вот такая вот представлена здесь, достаточно подробная. Ну, отложим. Чек. Вот. И сим-карта, которая вставляется, да, в сам ТВ приемник, и сама ТВ приставка. Вот, спутниковая тарелка, руководство пользователя, как что настраивать, здесь тоже все это есть, имеется. Так, ну вот, собственно, приставка такая вот ТВ. Здесь HDMI, USB, AV выход, и под сим-карту, и питание. Вот. И вход. Коннектор F. Коннектор. Так, что у нас тут еще имеется? Коробочки. В коробочках там много всего интересного. Может быть. Открываем. Здесь также пульт. Вот такой вот. Пультик. И кабель. О! Блок питания. Соответственно, блок питания. Батареечки к пульту. Давайте коробку уберем. Коробочку. Питание и тюльпанчики. И HDMI кабель, что самое классное. Поэтому, ну, как бы ты купил ТВ-приставку, тебе не надо покупать HDMI кабель, заботиться об этом. Он уже есть в комплекте. Ну, какой-никакой, там метр, может, полтора. Вот, собственно, комплект. Вот он. Спутниковая тарелка здесь, собственно, находится из комплекта. Давайте открывать, что ли? Открываем. Воу! Что мы имеем? Мы имеем кабель. Вот такой вот. Ну, круто. Кабель — это хорошо. Вот. И сама тарелка металлическая. Ну, она такая достаточно легкая. Так вот все это выглядит. Легенькая такая вообще. Легкотня. 8 800 250 08 90. Давайте, да, запоминайте. О, и здесь коннектор. Почему-то они так валяются прям. Ага. Такой вот. Хотя я мог их потерять, в принципе. Вот они маленькие. Так. Здесь, наверное, болтики какие-то. Короче, закрутил уже держатель антенны. Но надо же вот это еще крепление. Вот это вот, которое, к которому крепится вот эта балда.
надо же его сюда, получается, точнее, вот этой стороной. Здесь два отверстия, и оно ложится вот на эти отверстия, да? И, соответственно, нужно снизу болты закрепить. И поэтому я сейчас буду вот это откручивать и уже к этой детали прикручу. Вот, когда мы уже вот это именно держать, так закрепили, не все так, то просто. Мы можем уже продевать болты, и, соответственно, нам шляп, ну, не мешает этому, не мешает работе. Короче, вот это возникла еще одна проблема. Вариант. Вот такая деталь, и нужно вот такую вот штучку, вот такую вот, вот она, просунуть в эти два отверстия. Не лезет, ну, потому что мешается как-то, как-то плотничком идет. Вот так вот как-то это выглядит. Вот. Собственно, это получается. Вот ничком. Вот. То есть, эти, не знаю, эти выйдут детали, да? Вот. Пишите в комментариях. И мы обжимаем трубу, то есть обхват, на обхват идет трубы. И, блин, вот эта штука не лезет. Ну, не знаю. Короче, это просто нечто. Я-то пытался засунуть вот эту деталь сверху, ну просто пытаясь вот. А это все просто засовывается вот так вот, чик, продевается, и все. И готово. Блин, цепи антенны это собирается за 5 минут, если иметь какой-то навык, ну, прочитать инструкцию. Инструкция вот, бумажка буквально. Ну, здесь как бы, может быть, не совсем толково нарисовано, да, не совсем понятно, но как бы собирается эта конструкция за 5 минут. Ну, неправильно там собрал вперед что-то другое, допустим. Ну, снова снял, по-другому сделал. Поэтому это такой некий даже конструктор. Ну, я думаю, ребенок даже маленький сможет эту тарелку собрать.